все, базаря вас это пон. Катарин, поклонились. 2-6 у них. Да, да, пусть. Ну что, опять. Вот видим, у Кристиана есть свой коронный крем. Он старается его все время делать. Я не знаю, какую, ну хорошо, дальше. Ну, ты-то должен какой-то прием иметь. То есть невозможно выиграть схватку, не атакуя, не делая какой-то прием. Он может не получаться сразу, естественно. Но надо атаковать, надо выбрать и этим работать, и работать, и работать. Так, взял Фабиана и пошел бороться. Фабиан, брови. Аджина. Стоп, не двигайся. Человек, который стоит в правой стойке, да, вот эту рукой нельзя брать. Вот если я стою в этой стойке, я тебе туда буду бросать, когда ты этой рукой берешь. А если я стою в этой стойке, ты должен вот этой рукой брать. Вот это. А ты берешь вот этой рукой, и ты уже все раз сразу и бросаешь. Вот встань, да. Вот смотри, видишь, ты уже падаешь. Ты уже падаешь, потому что, да, сюда раз, вот видишь, я уже, тебя уже бросаю. Какой ты руку ты должен брать? Какую руку брать? Правильно? Да. Эту руку я тебе не смогу брать. Да. Бороться за захват. Да. Хорошо? Да. Давай, Борис, что ты стоишь? Кири поганый. Да, Липон. Стой. Липон. Встали. Поклонились. Миша отдыхает. Кристиан, идешь за Липон. Так, Миша, идешь к Фабиане. 10 бросков задней подножкой. Макс ушел. Давай. Вот, 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 сейчас хорошо. Давай, вставай, Борис. Фабиана. Лоп-то! Вот так, Миша. Опять захват ниже берешь, чуть выше. Базари. Судья, ты что сидишь-то? Пришел, блин. Ну, ну еще чуть-чуть дальше. Эй, бороться, лоб-то. Лоб-то, боремся, Фабиан. Хорошо, вот ты, Миша, перешел сюда. Дали, берешь его и идите бороться. Вперед, Кристиан. Что? Что болит? Ну что, что болит? Поле не болит, а с ним болит. Соберись, ты мужик или кто? Брось на японову и сразу поле выйдет. Готовы? Джой! Миша, он тебя дует. Держи эту руку, Миша, у него, чтобы он не брал захват. Он тебе никогда ничего не сделает. А дай захват. Он больше весит, значит повезет за собой и сделает подтечку с упором. Базари, ставьте удержание. Ногу не давай. Ногами держи его! Ногами, эту руку вы... Матэ! Ты его держишь двумя руками, но ту руку в упор выставь. И все, это выиграл схватку. Стой, он. Да, не ты борешься, не ходишь. Не наклоняйся, стой.
голову! Выше голову! Опять Миша дал захват, упадешь, ты непоганая! Сорви захват! Вот! Переступила болевой! Смотри, не ложись так, что ты сейчас удержание сделаешь. Не ложись так, но Миша, мы! Держи его! Мешок, блин. Миша, сначала ноги запускай, потом руки. Что это за прием, который ты попадаешься? Матей! Вазари! Матей! Матей! Стоп! Не уходим. Заправились. Заправились. Дрюку Вазари получил. Добрый стол. Так, Кристиан натыкает. Дани, перешел к Мише. Подъяна туда. Так, и вы поменялись. Здесь выиграл Андрей. Что? Страшно судить. Чем больше ты судишь, тем лучше ты борешься. Поймите меня правильно. Если человек судит, значит он знает правила. Может быть хуже чуть, может быть лучше. Но он знает правила, и когда в схватке, ему будет легче. Если правила не знаешь, то не знаешь, ну что можно, что нельзя. Взял неправильно захват, тебе шину дали. Взял второй раз за ногу, тебе шину дали. Вышел за ковер, тебе третий, и проиграл. А почему проиграл? Потому что правила не знаешь. Еще раз напоминаю. Бросок на бок. И потом ты переводишь на бок. Лицом кверху это Вазари, перекат по спине или падение на спину, это икон. В партере, в партере, удержание 20 секунд, икон. Болевой и удушающий. Болевой только на локтевой сустав. То есть на ноги делать нельзя, только на локтевой сустав. И удушающий, не так руками за шею. То есть вы же не влюбленные там, чтобы душить свою девушку, она вас будет душить. Можно душить ногами, с рукой, отсюда за кимоно, отсюда за кимоно, отсюда за кимоно, отсюда за кимоно. И когда вы лежите, сзади можно лечь животом на спину и руками душить. То есть спереди нельзя, потому что это не душится, а ломается, а сзади отсюда можно раз и задушить. За что дается замечание? Замечание дается, взял захват односторонний, от 3 до 5 секунд, замечание. Руки прямые или одна рука прямая, 5 секунд, шиба, то есть ты не борешься. Вышел за ковер, зашел, замечание, шиба. Если ты берешь специально, выталкиваешь, просто выталкиваешь, то тебе за это могут дать шиба. Дальше. Вот за такой захват. Взял за пояс и не борешься. Ты можешь взять за две руки и стоять. Опять. То есть заставляют бороться. Ты взял захват, должен лезть. Ты можешь взять захват неправильный, поменять на неправильный, на другой. И постараться сделать бросок. Если ты взял односторонний захват, сделал бросок хороший. Все, можно не оценку, но сделал бросок. Нормально. А если ты просто стоишь, значит ты не даешь бороться. Все, встали. Готовы? Да. Живем! Да. Кто идет назад, 2-3 шага пошел, шида. Вот умница. И отхват ему. Тебя не нужно слушать. Ты должен, да. На всю базару. Не пусть держит. 10 секунд еще раз залили. Толкни его! Пошел, пошел до конца! Базари, базари, на все это фон. Базари, базари, на все это фон. Батэ! Батэ! Батэ!
все. Все, понял, понял. Ты неправильно уходишь, добра. Да бери захват и боишь, что ты ее там берешь? Возьми выше захват. Выше захват возьми своей правой рукой. Мягко бери, аккуратненько. Матэ. Эй, пацан. Матэ. Матэ. Ты когда будешь бороться, бери один мальчик и даст там захват. А если дашь, то сразу сделай через бедро, ты улетишь. Ты же думаешь, понимаешь, ты берешь захват такой, с которого тебе могут сделать бросок. Против бедра. Еще раз. С кем вы боретесь? Вот кто она? Она хоть раз участвовала в соревнованиях? Нет. А ты берешь и так безалаберно борешься. Всегда должен быть, ты должен представлять, что ты чемпионка мира. И бороться так, как ты ж не смотришь турниры, возьми, посмотри, как ты же борешься, что нужно сделать. Хочу тоже так. А я знаю, что ты смотришь. Сказать? Sex.ru. Вот ты все смотришь. Больше ничего не смотришь. Все. А что? Хочешь сейчас телефон свой руку, я тебе покажу? Давай. Потому что если ты удалил, все, я не найду, что ты смотрел. У меня точно не набит, я такое дрянь не смотрю. Ну, название сайта ты знаешь, да? Пробовал смотреть, но не надо. Я не знаю, что ты смотришь. Вы сидите, всякую фигню смотрите. Я смотрю. Вот у меня в Facebook друзей 1200, наверное. А те, что подписались, 300. Я их не смотрю, потому что мне интересно. Они, я сейчас даже стал так делать. Хочет ко мне Максим. Я открываю Максима в Facebook и смотрю, что у Максима. А Максим там, как, например, он ставит борцов, там, приемы какие-то, борцов, фотографии, соревнований. Да, я такой человек оставлю. А он едет, пиво пьет. Нафиг мне такой нужен? Я даже не принимаю его сюда. Пошел нафиг. Если хочешь быть у меня, моим другом, значит ты должен любить борьбу. Вольную, пластику, самбо, дзюдо, грэплинг. То есть что-то связанное с борьбой. Я вначале просто брал, потом открываю всякая фигня, блин. Я их удаляю. Зачем удалять? Вот 6 человек у меня стоит, хотят ко мне. Зачем? Я посмотрел, ага, если у него там фотографии, как он на крыше, или у Совета сидит, там пиво пьет, нафиг он не нужен. Пусть он с другими друзьями дружит. Все, приготовились? Далее. Козявки. Сейчас со мной будете бороться все. Готовы? Джен! Три шага назад, замечание шире. Нет, надо встать. Если судишь, надо стоять. Не хочешь судить? Сюда. Ушел. Так, кто выиграл, что я с Кристианом борется? Так, кто проиграл? Дай, Максу.
Фабиана ушла. Чего она ушла? Но! Вазарь, я стой коми. Так, на ковер приглашается Фабиана Гюшко. Ай, Фабиана!